Всем привет, привет, привет! С вами Самойлик Красотуля. Сегодня будет чисто работка. Здесь у меня различные длинные саморезы. Крутить, как неохота крутить, кто бы знал. Ладно, крутить, ерунда, вкручивать. Тянем штанишки. Чисто будет работка у нас. И все. Уже повечерело. Буду заниматься. Все перчатки дырявые, надо будет как-нибудь это разориться. Когда короче саморезы или что-то такое, пальцы в одной и в другой перчатке неудобно. Чисто сегодня работа. Нет, работать. Да я уже работал. Просто сейчас я просто снимать нормально не могу, что-нибудь вкусняшки готовить. Потому что занимает время это все. Это все занимает время. Кто? Большая часть времени. А жизнь, жизня. Часть поставил, а прокрутить не прокрутил. Печатки. Сломался. Ну ладно, утопим. Утопим. Накручишься и ничего не хочется. Сломался. Вот я о чем говорю. Ломается, зараза. О! Вот берутся вот на пальцах вот. Ну-ка фокус. Вот она шляпка. Саморезика, вот она. Хотя вот таким должен быть. Ну это самые короткие, я их чередую, потому что хоть и ровно выкладывал. Самые длинные подшиваю вот такие, 4 сантиметра, а средними 3,5. Вот такими шью, 4-сантиметровые. Но я смотрю, где что подлиннее. Изгибы. В общем, в простонародье это называется ремонт. Ремонт или что там. Сейчас подлиннее. А, зашел, не сломался. Так. Покороче, подлиннее. Нафиг, потом стыки углы просто замажем и все. Можно мне обои клеить. Я хочу какие-нибудь эти флизелиновые, какие-нибудь толстые обои, чтобы наклеил лет на 10. Ну, естественно, моющиеся. Собирать это все. Да что ты будешь делать? Так, бог здесь идет.
ключи. Так, а вот здесь нам надо войти подлиннее. Сюда, сюда, сюда. Соответственно, подлиннее. О, не сломался, хорошо. Есть контакт. Можно было, конечно, на раствор специальные листы ссадят, стену обмазываешь и вот так вот ляпаешь шляпу. Но я что-то не доверяю этой технологии. Там отвалятся эти листы, как обои. Ой, блин. О, это я понимаю. Верх там, наверное, буду подшивать. Давайте на ту сторону переведем. Верх неудобно подшивать. У меня верх с лестницы не идет. Тяжело, точнее, тяжело идет. Потому что упора нет с лесенки даже. Тут надо нажимать с усилием. Ладно, что вам? Стройка и стройка. Кто-то готовится, да, к ремонтам, к поклейкам обоям? Уже закупился обои, наверное? Вообще, это все? Так, что у нас уровень тут лежит? А, отмерил. Это все занимает много времени. Ага, вот и все. Косяк. Не знаю, я дома когда делал, я делал бруски тоже, распиливал. В ванной комнате у меня все из ГВЛ, стена тоже у отца в комнату идет. Все вот с такого же материала. Но я только на бруски крепил вот это, межкомнатное, не несущая перегородка. А стены обшивал газобетон, не так делал. Брусок тоже различной длины. Подшивал на стены брусок. Вот бруски. Мерил расстояние, короче. Там же тоже. По идее, если кто-то заметил, правильно знаете, как делается? Смотрите, я дома так делал. Вот он лист идет целый. Один лист на пол ставится по всей длине. Сколько? 2,5 метра лист. А второй рядом лист поднимается вверх. То есть идет второй лист поднимается вверх. Идет как бы ступенькой. Такой ступенькой идет вверх, вниз. А дома я делал этот брусок. Газобетон, тоже 50-40, выравнивал. Но стену у меня на кухне с этого, я обычно этот гипсокартон обшивал, потому что гипсокартон это влагу не любит. Вот эта ерунда любит влагу. Она вот сейчас, которую мы с вами крепим, если сырить будет, она как бетон впитывает, каменеет. И все. И не разваливается. У меня, кстати, где-то лист в свое время оставался. Он у меня пролежал 2 года. Вот это свежий, ломкий. Я с ним ничего сделать не смог. Его только так распиливать этой. Там не подрезать, ничего. Он настолько каменеет. Камнем становится. Камнем. Сломался опять. Ну ладно, пусть сидит. Камнем.
выкручиваем. Тихо-па. Берем длинное. Парочку длинных. Загоняем. Сломался. Вот зараза. И щелкнул. Фиг с тобой. Фиг с тобой, моя черешня. Щелкнул. Где у нас на 3,5? Угу. Еще там будет, да? Тук-тук-тук. Залез. На. Так. Да, что ты будешь делать? Перчатки эти дырявые. Надо будет в следующий раз за саморезами взять несколько. А? Так, где у меня 3,5?
конечно. Конечно. Да что ты опять пролетел? Так, все, пролетел. Что-то не пошло. Надо вот так сделать. Что такое? Шурик. Шурик. Шуруповерт, ты чё? Что такое? Ну, значит, сел, наверное, отключился. Два. Значит, наверное, сел, отключился. Ну, свет горит. О! Перегорелся, что ли? А он сел. В общем, он у нас сел. Да, горит. Он у нас сел. Надо на зарядку его снять. Ну что тогда, наверное, закругляться. Будем закругляться, на сегодня хватит. Не будем сильно перерабатываться. Я никуда не спешу. Пока сейчас все здесь обесточу, выключу. Закроем. Вот такая муторная муть, которая занимает большое количество времени. Но зато как камень. Чуть подмазал, и потом можно обои клеить. Да? Обои флизелиновые, или какие они там называются, моющиеся. Нормальное, но это будет потом уже. Сперва надо будет электропровода пускать. Щиток, наверное, здесь сделаю. Буду открытым способом на коробах делать электропроводку здесь. Розетки, все как надо сделать. Но будет открытое. Так и безопаснее, не буду пускать через крышу, не хочу. Кто обычно высверливается, пускается через крышу. Обычно не хочу. Ладно, строитель. Строитель 80 уровня. Медленно, муторно, но строить надо. Всем вкусняшек-вкусняшек и отличнейшего настроения. Всем отличнейшего настроения. Здесь вот надо еще прокручивать, не будет. Здесь, вот здесь, там, везде. Короче, дофига работы. Ребята и девчата, работы много. Всем вкусняшек, вкусняшек.
Всем пока. Пока.